день на фотосессию в стиле свадьбы выехала компания молодых людей. Со слов присутствовавших на фотосессии, их подруга надела свадебное платье и пошла к красивой лестнице, украшенной балясинами в имперском стиле. Сделав несколько кадров, она изъявила желание подняться наверх по лестнице, чтобы ее поснимали, как она спускается в роскошном платье вниз. У всех было прекрасное настроение, и никто не заметил, как девушка, поднявшись по лестнице, скрылась из виду. Когда же спохватились, начали кричать ее и звать, чтобы она прекратила прикалываться и спускалась вниз. Компания подошла к краю лестничного проема и начали звать подругу. Все уже начали порядком волноваться. И вдруг откуда-то сверху мимо них пролетело что-то белое и бесшумное и грохнулось внизу. Все метнулись к перилам, внизу лежала их подруга. Когда же компания спустилась на этаж вниз, на полу никого не оказалось. Подругу тоже больше никогда никто не видел. Однако через какое-то время любители заброшек начали замечать в этом здании образ невесты.